Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня с вами на посмотрелочке игрушечка под названием Stone Age Wars. 2017 года выпуска от разработчика Permafrost Studio, издатель Back to Basic Gaming. В жанре экшен, индюшки, стратегии. Короче, Stone Age War это у нас Wars, войны каменного века. Hello, Chief, welcome to your village. Здорово, шеф, здорово. Свое поселение, привет. Окей, ты имеешь только один юнит, его класс воин. Воины бьются в близкой дистанции, имеют низкую это атаку, но большую защиту. И чё, как мне его использовать? Точно абориген. А его можно двигать. А что ты делаешь? Бей кого-нибудь! Credit settings, minions. В смысле, а что делать-то? Я уже играю или что? Так, Windows нет, music fix name, так, стра-та-та. А что делать? Вот туда его засунь. Первый уровень. На. А, вот. Окей. Хорошо, у нас, короче, каменный век, война. Каменный век не грузится ни хрена. Я нажал, а он завис. И Warriwood Set Formation 20-30. Set Formation. Так, здесь ты можешь поставить свою формацию. Это хорошая идея, чтобы поставить воина впереди, танковать урон и шаманы с хантерами, с этими сзади. Если они имеют меньше хпшки. Окей. Чё? Так, на. Ты будешь здесь, go to battle. This is the battle screen. Это battle screen, экран. Сверху ты видишь своего способность своего воина в черепаху превращается, что ли? Это он cooldown, он старт. Этот юнит имеет защиту с черепахи, абилити, которая блокирует следующую атаку, предстоящую атаку, когда это готово, перевести символ на экран, чтобы активировать это. Окей. Go-go! Что это? Что это? А что это я рисую такое? Ой-ой-ой! ЛП. Вот так, серьезно? Ни хрена себе. Это жестко. Тут нужно еще и рисовать. Ничего себе, ты дала. Ты можешь улучшить свой юнит миньоны меню. Миньоны. Ты. Левел ап 20-30. Ах ты, сука. Ладно. У него, конечно, классная палка. Делете миньон. А как-то нового можно взять? Ну давай левел ап ему поставим. В чем проблема? Тут еще нужно рисовать. Ничего себе. Ладно. Minions Recruit Shop. То есть у меня чувак один пока что второго уровня. А если я пойду еще раз сюда? А, тут уже 5-7 дают. Ну ладно, цыка. 40-40, хорошо, формация. Какая мне разница, какую формацию, где его поставить? Все равно он там будет меситься с этим. Так, эти юниты класс хантеры, атакеры, типа... забыл, как называется это, хантер. Он бьется на длинной дистанции и имеет высокую типа атаку, но маленькую защиту. Хорошо, минута 30 у нас есть. Так. Бум! Бум! Ой, блядь, сиськи нужно нарисовать. То есть, у меня, короче, есть жизни на один раз, получается, да? На одну атаку. То есть, на один уровень. Используй свои ресурсы, чтобы нанять новых юнитов. Ты можешь нанять хантера, кто делает большую урон шаманам. И... А, кто может хилять. А ну-ка, рекрут. Так, смотри, 30 и окорочок стоит. Это у нас лучник, да? Нет, а хилеет шаман. Хантер это то, что бросается камнями. Давай рекрутнем этого. Окей. У нас уже двое. Ай-яй-яу. Оля. 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 Ага. Прикольно. 10-10. В принципе, нормально. Подожди, давай я сейчас
Set formation, вот. Не, стоп, не так. Вот. Так. Нормально? You selected more units than... Окей. Сука. Против двоих. Ты видишь, как они не дают? Не дают качаться. Игрушка не дает качаться. Это плохо. То есть я не могу предыдущим уровнем, да, взять что-нибудь, чтобы прокачаться. Так, Саня. Укс. Бросай ему в голову. Опять так же, блин. Не нарисовал. Ой, а я не того сделал. Бум. А он меня сейчас завалит уже. Нет, а если я юнита потерял, тогда что? А, они остаются. Купи новое снаряжение для своих миньонов в жопе. Хорошо, постойте здесь, чуваки. Вот это прикольно. Так, шоп, и что здесь есть? Weapons, mask, set, сеты. Ух ты, тут сеты прям есть целые, только они все закрыты. Хорошо, weapons. Плюс 5,70 стоит. А, плюс 5 атака. Это защита. Плюс 2 жизни. Бонус 10% жизни или что? Как понять? Где мое описание? 100 стоит. 15%, что это? Что это? Что это 15%? Хантер. Уа, камнями смотри, какими бросается. Тупо, ладно. Давай купим этому плюс, блин, 70, 75, 80, 90. Что такое? А, бонус плюс жизни 10%. Давай куплю, ладно. Тут получается плюс 25 жизни, а у него сколько жизни вообще, в принципе? Ладно, давай куплю это. Это у нас за дерево. Маски. А что маска дает? О, защиту дает тоже 75. Ладно, окей. Как его экипировать теперь? Рекрут. Давай шамана рекрутнем. А как это, слышь? А как кипи-кипи-кипи? Дура. Я... Та-т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 а
А, во. На. Сколько у него жизни? 100. А так сколько? 100. А чё? Чё 10%? А, лайфстил, это он пиздит, короче, жизнь. О, окей. Тут ещё левелап нужно делать. О, ладно. Так, у меня 3 человека есть, плюс дура одна. Ой, там главарь какой-то будет. 2. Блин, всего 2. Ну ладно, давай. Тут как-то все быстро происходит. Тут надо еще смотреть, на кого использовать, так? Укс. Щит. Блять, знак бесконечности нарисовать нужно. Хава! А, не успел. Да сиськи эти гребаные. Меня убьют. Отвечаю. Он будет его хилить, конечно же. Да, жесть просто. Ну зато плюс 6 мне дали. Ладно, а я могу кого-нибудь улучшить? Не, не так, вот так. 25, 25 нужно. Ладно, хорошо. Тогда давай попробуем. А не вот этого, а шамания поставить. Дура. Ты дура, бля. Совсем дура. Хорошо, ладно, ну-ка атакуем. Оп. Оп-оп-оп-оп. Так, это он не атаку сделал, типа, да? Оп. Оп. Ага, хилеет, хорошо, отлично. Так я не успеваю так-то. Давай, 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 чувак, давай, 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 ты сейчас его сделаешь. Давай, 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 атака, блок. Оп-оп-оп. Есть, пошли дальше. Шмаляй их всех. Оп, а он не умеет драться, да? А этот не умеет драться. Шаман не дерется, он просто хилеется. Ха-ха, сука. Ладно, понятно. Окей, Виктории. Виктории надо дуру апгрейдить. Да блин, не туда зашел. Миньоны. Хотя мне нужно вот этого, конечно, апгрейдить, суку. Плохо, что это только бонус дает. Или атака, или защита, или что-то типа одно. А что если дуру я апгрейджу? Что это будет дать? Жизни больше, защиты больше, скорость, наверное, больше. Хер его знает. Ладно, а ты... Нет, это ты дура. Санька. 21.6. Что у нас тут еще есть? Рекрут. Это пока что нет. Шоп, жоп. Маски. Маска дает защиту.
Плюс 4. Что это? А, что, стоп, что это такое 10? Мне интересно. Вот это. А, это типа возвращает дамаг. Прикольно. Кстати, довольно-таки неплохо. 10% дамага возвращается чуваку. 150. Ни хрена себе у вас тут стоимости. 75. Давай куплю. А, это за дерево, твою мать. Ладненько. А сеты еще не открыты, да? Прикольная игрушка. Ой, не туда. Рекрут. 80-80. Какая разница? Все равно мне тут лимит. А, тя-тя. Тя-т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 я. А это женщина? Непонятно. Так, смотри, какой-то главарь. Так, а мне капец. 2-2, почему 2-2? Ну ладно. Ух, heal power 41, armor 1, attack speed, turns a random. Поворачивает рандомного этого, как его, врага в harmless chicken. Что? В курицу какую-то превращает. Как ты превращаешь курицу-то? Ты охуел? Сука. А он и все? Это его сила вся? Это и вся его сила? Так он же никчемный. Ах ты, сука. Не успел. Давай, оп. Так он, в принципе, никчемный чувак. Че это? Сундук. Ооо, 150 штук, да? Accept reward, конечно же, accept reward. Так, мне какая-то это выпала, шмотка. Шмотка это ща мяска. А как ее? Ага, вот, no bonus. No bonus. Бонус плюс 10, это что? Бонус больше еды типа дают, да? Хорошо. Ну-ка, рекрут пока нам не нужно, сеты. Опа, что ты даешь? А, то есть можно персонажа нанять? Ха, прикольно. Окей, подожди, маски. Маски шоу пока что. Так, у этого маска есть, у Хантера. Что ты делаешь? Плюс 5 атака, плюс 15 лайфстил, это не нужно. Бонус плюс дерево. В принципе... Дерево нужно, 150. Давай возьму. И все. Пока что все, пойдем дальше. У нас, смотри, уже двое с этими. А, стоп, мне надо же экипировать, оно же не экипируется, правильно? И не того. Маска. Вот это. Хорош, тут 12% бонуса. Там на, у этого на еду. Отлично. Прикольная игрушка, кстати, довольно-таки. Тут сколько? 2, 2, опять 2. Да что ж такое-то? Ну, в принципе, лучше мне с хиллером, наверное, да, ходить. Два бросающихся ублюдка. Троечка. Ни хрена себе, ты серьезно? А чё, я уже все, я уже ничего не сделаю. Я буду себя только хилять и все. Блин, а что за херня? Почему это? Ты видал, какие там знаки сложные? Давай убивай быстрее. Там знаки очень сильно сложные. Очень сложные знаки. То есть я без хилера там не справлюсь никак. Ну какая, в принципе, разница? Ну ладно, давай попробуем еще раз. Так, хорошо, этот быстрее восстанавливается. Нифига себе! Уже завалили! Серьезно, как так-то? А чё так? 37-37, ну давай. В принципе. Если 37-37, можно на нем качаться просто. Ой, как они так быстро меня убили? Ой, бля. Ой, что-то не то сделал, подожди. А я что-то нажал и не то сделал. Бля! Да серьезно, что ли? Какого хрена? Вы ж только что меня не убивали, а теперь убиваете? Что за фигня? Какого черта, блин?
Да еще эти гребаные вот эти вот, пока нарисуешь вот эти свои знаки, хрен просышь. Блядская дура. И все. А я сейчас не понял, какого хрена я уже не выигрываю этот матч? Я только что выигрывал, какого хрена? Чё за прикол? Это прикол какой-то или чё? У меня weapon стоит вот этот, life steal. Плюс 25 бонус жизни и защита. 15 возвращается. Может быть вот этот купить? Так 100 нужно, блин. Как-то, если честно, тупняково немного. А почему? Какого хрена я теперь не... Я теперь не выигрываю? Какого? Почему? Я же выигрывал. Почему я уже не выигрываю? Так, а что-то я не успеваю опять, да? Кошмар. Давай, бей его. Есть, хорош. Ца, 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 ца. Хорошо, тут завали. Ну, блин, это просто тупо нужно качаться вот здесь. Просто ходить, фармить вот это все, потом как-то это самое... Ой, это кошмар просто, я тебе отвечаю. Нифига у вас тут цены. Шаман 75-4. Ну ему надо, я не знаю даже, что это плюс 20 бонус жизни, да? А ну-ка, подожди. Вот это что? А, это жизни у него просто на маску. Да ну ему, скорее всего, нужно это. На weapons. Шаман. Плюс 30. Так что-то у него тут ни хрена нету, в принципе. На защиту только и все. А быстрее кастовать там или что-то типа того. Нет. Ну ладно. Рекрут. А рекрут только 3 штучки. Зачем мне? Ну, хер его знает. Оу, тут. Ходить много. Оу, нифига. Оу, ёпта. Да тут очень долго, но тут придется качаться, а что делать? И тут рандом жестокий просто. Самый рандомный рандом из всех рандомов. Дура, давай кастуй быстрее. Да блин, что ж таки... А там дальше представь, что будет, что будут за рисунки дальше, там же нереально будет. Да я его не убью. А, W нужно нарисовать, вообще класс. Да я художник, ты чё? На кого напал? Ну, в принципе, тут уже все, только это. Только этого убить и все. Возможно, ему нужно просто на атаку дубинку взять. Вот этому вот чундрику. Смотри, шоп. Weapons Warrior. Атака плюс 5. Возможно, это будет круче. 7. А, мне не хватает, сука. Чтоб потом, типа, качаться. А потом его просто хилять и все. Если, конечно, успею. Так. Блин, что-то моего бьют прям, да? Ну, ой, не туда. Вот так. Это не было W. Есть, успел. Хильни его. Ну, видишь, он по чуть-чуть жизни восстанавливает при ударе. Ну, это так себе. Ай, я не могу. Прикольная игрушка, конечно, прикольная. Но без хилера здесь очень сложно будет. Еще плохо, что есть лимиты в юнитах. То есть я мог бы, например, сколько захотел бы, столько и поставил бы. Какая разница? Вот такие вот ребята у нас. Трое. По второму уровню у каждого, да?
А подожди, а как у них уровень? А, уровень же level up. Еще их на уровень нужно качать. Что level up даст, например? Я не знаю, что. 10 лайфстил. Это без бонусов. Это плюс 5, это плюс 2. Хрен его знает, короче. Ну, в общем, давайте на этом закончим. Я не знаю, вот такая вот игрушечка. Что-то, в принципе, прикольненькое. Мне понравилось, так необычно, знаешь. Необычный сеттинг такой, скажем, боевой. И то, что рисовать нужно всякие штуки. Есть прокачка маленькая. Есть всякие вот эти штучки. И, в принципе, ну так, можно, кстати, зашпилить. Ну, не так, что то, что зашпилить. Просто сесть так вечерком поиграть. Прикольная игрушка, мне понравилась. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, всем до встречи в следующей игрушке, и всем пока!